Здравствуйте! Сегодня я приготовлю простой и полезный салат из морской капусты. Морская капуста очень полезна, чего в ней только нет. И аминокислоты, и магний, и фосфор, и железо, и, конечно же, йод. Я ее очень люблю, но, к сожалению, моя семья моей любви не разделяет. Поэтому я вынуждена проявлять фантазию, чтобы накормить их морской капустой. Мне нужны китайская капуста 200 грамм, огурец 200 грамм, помидор 200 грамм, половина маленькой луковички, ну и сама морская капуста. Она консервированная, в масле, но без уксуса. Вы берите такой, какая вам нравится. Огурец я почистила, овощи все помыла. Резать я все буду очень тонкой соломкой. Капуста. Огурец. Помидор. Для помидора я возьму другой нож, пилку, чтобы не мять его, а порезать тонко. Кстати, в первоначальном варианте я помидор в этот салат не добавляла. Он был у меня такой равномерно зеленый. Ну и теперь нашу маленькую луковичку. Лук постараюсь совсем, чтобы были прозрачные полуколечки. Я не буду его ошпаривать, так как количество его совсем небольшое. Ну вот у нас остался самый главный ингредиент – морская капуста. Так как капуста у меня не маринованная, а соленая в масле, я добавлю немного лимонного сока. Его можно заменить этой чайной ложкой уксуса. Беру вот косточки тут упали. Также добавляю пол чайной ложки сахара. Соль и масло пока я добавлять не буду. Сначала перемешаю и попробую, потому что бывает иногда соленая капуста с большим количеством масла. Ну вот, перемешала, попробую, что получилось. Все же нужно немного подсолить и добавить растительного масла. Вот еще раз перемешиваю. Если капуста у вас маринованная, то не нужно добавлять ни лимон, ни сахар. Кстати, любители майонеза могут заправить этот салат майонезом. Тогда тоже не добавляйте сахар и уксус. Салат готов. Морскую капусту я немного замаскировала. Такое блюдо у меня едят уже все в семье. Если вам понравился мой видеорецепт, подписывайтесь на канал. И вы всегда будете в курсе новых интересных блюд. Кухонные фишки!